Недельная стажировка в Америке в университете Пердью ждет студентов Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, победителей конкурса «Иннобизнес». 5 проектов получили одобрение экспертов. Конкурс инновационных бизнес-идей проходит в популярном сейчас формате «Elevator Pitch». У участников есть 2 минуты, чтобы заинтересовать потенциального инвестора. Мой проект называется «Разработка новых противораковых препаратов». И его цель – разработать и синтезировать новые лекарства, которые из всего организма будут выбирать именно клетки, больные раком, оставляя при этом здоровые, неповрежденные клетки без изменений. Сейчас проводятся биологические исследования. Проект называется «Создание светоизлучающего кремниевого диода на базе слоев кремния Германии и легированных эрбием». Продукт – светоизлучающий диод, который в дальнейшем будет использован в каких-то электронных приборах и увеличивать их производительность. Это и только самое начало проекта, о воплощении речь идет как о чем-то будущем. Первые трудности – это финансирование и заинтересованность рынка. Пока что особой заинтересованности нет. У них есть готовые технологии, пусть там отстающие на 10 лет, которые можно купить у Intel, а есть что-то непонятно что, во что можно вложиться, но будет нет отдача, когда она будет. Конкурс проходит в рамках российско-американской программы «Эврика». Цель проекта – формирование в национальных исследовательских институтах России инфраструктуры для реализации научных разработок. Победители конкурса научат, как претворить научную идею в успешный бизнес-проект.